Всем привет, друзья мои! С вами команда ГА. Привет! Какую карту выберешь, друг мой? Я буду выбирать карту сегодня. Ну как ты бы, если я выбираю все время? Нет, не нужны мне твои руины старые. Хорошо. Ты что, ты не карточный? Есть вот это вот. А еще мне не поздоровался. Я поздоровался, ты не слышал. Поздоровился. Я поздоровился, сказал Щербин. Я поздоровился. Вот, а здесь отличная карта. Нет, хуйня! Там обрыв, там яйца. Вот еще отличная карта. Вот это нормально. Нет! Скатится. А что-нибудь есть побольше? У нас червяков столько, ты ёбнулся, тут, блядь, там мы будем друг на друга. Нельзя размер выбирать, он автоматически подбирается. Ну это хуйня, хуйня все. Почему все древнегреческое? Ну ещё лучше. Ага, идеально. Вот это вообще классно. Не, я могу не древнегреческое поставить, могу вот поставить. Во-во-во, Альпингольд. Деревяшки поставить? Нет. Да, блядь. Что так, вот, ребят, кому нравится больше Развалюшн, чем этот? Какой Развалюшн? Ну, можно поставить. Чем этот клан... Во, вот с такой вот графикой. Я спросил. Серьезно? А вот, ну да, а рельеф... Сейчас, давай дальше. Три часа. О, вот он неплохая блядь, была. Ты... Ох, о, нормально, нормально. Вот водичка, буль-буль. Буль-буль, хуякс, все нормально. Сейчас я... короче, ребята, их сдерну! Илья, ты не хочешь рассказать про субаровские движки? Субаровские движки, блядь, нормальные вещи. Делают пирожки. А хондовские? Хондовские нормальные, да. Хондовские, да? Да. Ну ладно. Когда последний раз видео нога был, кто помнит? Видео-видео? Видео-видео. Видео-пипл, да. Вообще. Так. Тишина. Пара-пара! Ба-ба-бам! Надеюсь, я первый стартую. Надеюсь, сейчас никто не крашнется и не надо будет... Почему у меня загрузка? О! Почему у Ильи 100 хп, а у нас 200? Гомосек, хули ты первый стартуешь? О, у меня, кстати, соседушка сегодня сверлит. Если что, синий Щербинин, красный я, зеленый Александр. Ну угадайте, да, Щербинин очень умно выступает сразу. Не, я не буду тебя бить. ЛТРБ. Не работает. У меня работает. Давайте вот из этого. Тебе не работает. Что ты там взял в руку? Птеродактер. Парни, я прошу прощения, могу приблизить. Смотри, что он делает. Еще раз? Как ты? Сколько раз ты можешь пустить? Два раза за ВВК можно стрелять. Из этого не выталкиваем друг друга. Давайте подольше, чтобы растянуть и долго друг друга. Да, кстати. Давайте. О, а может Базукинсон? Раундсон. Ой, я на колесико мыши буду пробежать. Так, блядь, тут очень давайте, все, конечно. Блядь, давайте базуки. Давайте реально базу. Подожди, мы с Ильей, по-моему, устроили. Ну тебя это оставил фулл в армейче, если мы все на базуку будем. Не, ну да мы о-о-о. Это... Ну давай. Базуки так базуки. Так, сейчас, но мне надо прицелиться. Надолго, у нас много червяков, но это хорошо на самом деле. Но это круто. Так, сейчас я попробую ой, захуярить. Ой, там зеленый рай слева. Надеюсь, попаду. Попал. Давай. Подожди, синий это кто? А, понял. Так, Щербин в минусе. Блин, я охуенно. А что, а, запрятал, конечно, молодец. Да я тут ни при чем, честно. Да, блин. Туда я сейчас полечу к вам, что-нибудь делать еще. Да, хотя нет, не полечу. Закрути, слышишь, полечу? Ветер, смотри. Нет, ветер, не смотри, не куда. Да пульс, пошел ветер ты со своим ветром. Попробуй, попробуй, ты сможешь. Музыка охуенно играет. Оо. И че, о, кстати, нормально. 20 секунд. Ёбни прям так по затылку ему куда-нибудь. Не попадешь. Блять, ну и пошли нахуй. Да. 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 Ай, сейчас какой? Я вам покажу. Вот тот Щербинин. Не точно. Ну не. А, Щербинин с дробовика стрелял. Ну и что, один раз не считается. Да я понял, но я стрельнул с базуки, ты полетел, кстати. Ну ладно. Ну нетушки. Ну нетушки. Ага. У тебя сейчас эта хуйня ёбнет. О, молодец. Себе нормально вообще. Хорошо было. Красава просто. Жалко, мина не сработала. Да, вот да. Хотелось в Илью. А, тут я. А, я, подожди, ты же зеленый, точно, я был Щербинин. Это я тоже думал, что это Щербинин. Какие так. Там шприц, осторожно. Угу, спасибо за информацию. Я сейчас попробую, короче, очень опасный трюк сделать. Ребят, поддержите меня лайком. Ну, с таким ветром это не особо опасный трюк. Охуенный трюк получился у тебя. Я думал, ты так флип еще сделаешь под конец. Так опасно! Щербинин сейчас так запиндорит, смотри, очкастый. Да я не знаю, я не хочу, это неинтересно. А, это не Щербинин. Блядь, почему я вас путаю? Вот именно, да, я тоже путаю. И что ты делаешь? Блядь. Ну, похуй. Ах ты, Ванда. Ванда? Лаванда. А чё ночь? Темнеет. А чё день? А чё ночь? Тихо.
Ой, там мины. Да ладно, прыгай вперед, чё. Да нормально, нормально. Да, Майнкрафт. Да мужик. Майнкрафт. Да не надо стесняться. Опять меня. Что ж за хуйня такая? Ах ты, дичь позорная, вот, а. Ты хорошо бомбанул. Ну, конечно, меня давайте уничтожаете. Да нахуй. Нет, ну не тебя же, братан, но я не было цели больше. Растаптывайте, давайте, блядь. Так, а что мне с этими делать? Можно полететь? Потому что у меня здесь три, как бы. Нет, ну, летать-то можно, и летать никто не запрещал, и веревки тоже никто не запрещал. Спасибо. Из оружия только базука. Базукинсон, надо говорить. Даже что, телепортироваться как... можно. Слышь ты. О, слышь ты. Анжи. Сейчас, я. Анжи, говоришь? Уже есть. Ты играешь в Анжи, говоришь? Нет, ты играешь. Блять. Ты же у нас это... Быстрее, как сменить? Сука. Пать ты шустрый, я нахуй это летел. Тихо, чтоб нахуй, блять. Объяснил. 8, 7, 6, 5. Как ты ювелирно его поддел. Ну а чё, о, ебать. А чё, ещё одна сработает? Блять, клёво, причём меня-то обошёл стороной. Помню, ты. Ах ты. Ну я, кстати, Щербин, извини, конечно, но я не хотел тебя попадать. Так, тебя нужно отсюда убирать. Где? Да ладно, нормально стоит. У тебя ветер вообще не сейчас. Я хуйня летучая. Я нажми X. X и вправо. X и вправо. Блять, да что ты? Пошел ты нахуй. Чуть не нажал. Я не вижу где. Где? Вот она. Сколько времени потратил, блядь, на эту хуйню. Еще выше. Опасненький. Вынеси меня нахуй. Ай. Меня не трогай, слышь? Ой, кажется, сейчас будет бом-бом. Щербин, кто улетит, как думаешь? Мне кажется, Щербин улетит, потому что он не удар. Что там? Рокет! Идешь сюда, блядь? Ну я видел ветер, я думал, она назад улетит, но не хватило мощности. Получился грамотный рокет-джамп. Чё там Щербин поёт? Для тебя рассветы и туманы? Да, для тебя рассветы. Хуя ты, наверное, вонял. Правильно, водяной из водяной. Ага, давай, конечно. Ага, попшикай ещё тут. Лох сорвался. Ты там ебальником потёрся. Он там, блядь, на чём играет? На руле, что ли, такие звуки? Как будто у него там джойстик размером с комнату, он ногами хуярит там по нему, вон. Ну что ты делаешь? Сейчас давай, прям под себя грамотно. Блядь, вот. Ой, сука. Подвинься, да подвинься ты, майнкрафтный. Да, пока, кстати, на равных идём-то, с базуками. Ну, почти. Гранейт. Мы так, блядь, играли, играли сейчас весь день, ну ладно. Сирена чё? Полтора часа. Ну ладно, нормально. Ну, через 25 минут всё равно всё кончится в любом случае. Мы не успеем тупо доиграть, кстати. Один видос в месяц, зато по часу. Мы об этом не подумали. Какой час, говорит, через 25 минут кончится? Да ладно, можно и 25 минут. Тихо. Мы не успеем вынести до конца раунда всех. Опасный трюк. В любом случае будет ничья, пидоры. Угу. Да ладно? Я предупредил. Знаете, ну это было неплохо. Интересно, что вода не разлилась, там, походу, тонкая грань осталась такая прям. Может, хотя бы гранатки добавим? Ты это сказал. Пара-па-па-па, хуяли. Гранатки добавим. Нахуяли гранатки, они не спасут. Почему? Давайте реально вот эти две гранаты, ну, которые раскалываются, которые просто. Ты что, он молится? Мина? Нет! Утонула. Кидр. Блять, зря я так прыгнул. Это же не я. У меня тонет, оказывается, гондон, оказывается. Да, куда он денется-то, конечно. Давайте реально с гранатами. Да что эти гранаты-то? Ну гранаты и гранаты, ну пользуйся. Ну потому что мы реально так будем играть 3 часа века. Я не буду с гранатами, мы и так будем полчаса. Века? Мы с гранатами будем полчаса идти, поверь. Да что ж такое? Как широко пошел-то, а? По шикане прям. Опасненько было. Пацаны. Вообще котята. Пацаны, я Агуша. Агуша, цып-цып-цып. Ребята, переименуйте меня. Ооо, не утаду. Настырный ты, настырный. Так чё, ебашим с ракетами с этими или нет? Я не знаю, мы не успеем закончить 24 минуты с ракетами. Нормально, успеем. Ну и, блин, если подписчики расстроятся на ничью, я ни при чём, парни, я предупредил. Разрывная! Нет! Ну это было... Ты мне семечками, конечно, поклевал. Ну да. Смысл гранат, если ты потратил за один ход по 15 хп у каждого, хотя мог ракеты снять 70 у одного. Не 70, а 50, по-моему. 70, Щербин, тебе вынесли один раз гранаты-ракеты в этом раунде. Гранаты-ракеты? Гранаты-ракеты, да. Что подобрал-то? Жулик. Не воруй. Блять, ну хуй с тобой. У меня там Шермен. Шерман. Шермен. Шебермен, Шебермен. Я лучше знаю, кого зовут. Ой, сейчас Щербин устроит мне это. Ладно, давай, все. А! Робар! Не, ну правильная вещь на самом деле сделал. Ну просто надо уже торопиться. Ну вот именно.
Сейчас нормально вообще будет? Нормально? Говоришь? Нормально. Блин. Ветер хороший дует, можешь стрелять, разрешаю. Да, с вами соковой сеть, охуенно. Откуда я знаю, блядь, о вашей мощности? Опять в воде, нахуй. 529 хп у вас сырьёй потом пополам. 229 хп? Вот это. А, ну конечно, давай, хпшки очень в тему. Чтобы вообще не закончить никогда. Так. Сейчас будет опасно. Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Ха-ха, лох. Сейчас Илья закрутит, завертит. Где эта ебаная вот? Крутится планета, словно звезды. Буль. Да. Я красавчик. 225 хп? Да. 220. Ну ты вообще, конечно... Я опять стираю. Ладно, сейчас постираем тебя. Я стираю. Еще ласки. Сука. Ласка магия французского. Блять. Я сдох. Что-то зеленый прям подводится. Один хипе? Так у меня сейчас минус 5 должно было быть, нет? Нет. Он не подводит. Блять, пиздец, я вас просто ненавижу. Как с вами работать? Работать спокойно, берешь и работаешь, пацан. Так, просто. Короче, мой шанс. Предсмертный крик, да. Я не знаю, вот, по-моему, самое простое в этой ситуации, это просто сделать вот так. Червинь, просто прости. Видео пипл, что? Да, видео пипл. Я тебе плохо сделаю. Ага, ты это, блядь, сделаешь мне, дрыщ. Вообще, легко. Дрыщ-бдыщ. Тыщ. Рэп. Короче, я прощаюсь с вами. Алабар! Мощь не точно важна была в данной ситуации. Ну какая разница? 45-45, а там ты бы 15 снимаешь. Нахера ты просил гранату тебе? Иди ты просто в жопу. Смотрите. Илюшкинсон. Бля, ну я наконец-то попаду туда уже или нет? Там просто магия черного. Куда ты хочешь попасть? Да вон туда. Да пошел, блин! Эй, Стиграс вернулась. Стиграс вернулась? Не ценно, мэн. Сейчас из-за Щербина ляжет сервак. Now! The writings are on the wall. Я, кстати, даже не слушал новый альбом. Away, там? Новый альбом даже не слушал, наверное, говно. Не, пиздатый, кстати, там три песенки очень хороших есть. The Day is the Enemy, Wild Frontier и Nasty. Прям. Nasty. Nasty. Так, магия здесь зеленого, сейчас я вам дам ебальник. Блять, это будет очень опасно, не умею стрелять. Че-то уж сегодня разучился. Сука! Идеально прям. Да пошел нахуй! Я хотел вас двоих либо скинуть, либо попасть в этих двух пидоров, а. Бля, ветра нет. Ну и нахуй он делает. Плачка. О-о-о, белогривый елоша. Привет. Приветики. Надо было звучать так бульк. О, Щербин сирает, это мне нравится. А что-то надо. Мне кажется, мы на базуках успеем закончить на самом деле. Надо Илью гандошить, короче, уже. Кот полетел. Надо это. Все еще какие-то пол хп. Ура. Зачем из России съебал? А, кстати, парни, я забыл вам рассказать, вы, наверное, не в курсе. Шо? Наконец-то у нас будет нормальное ограбление на ГАИ и вообще. На, так я же знаю. Чё так? Булки не знает. Чё такое? Я прошел эту ебаную миссию, ура, можно двигаться дальше. Один шкаф прошел? Ну, с этими. На стриме. Да. С первого раза, кстати. Кем с этими-то, ёпта? Ну, с случайными игроками в сети. Ну, не знаю. Кто они-то? Кто они-то, кто? Можно я заюзаю? В следующей серии GTA будем играть в ограбление. Наконец-то, Гергиб. Наконец-то, да. Гергиб. А не ту ебаную миссию, уже откроем что-нибудь новенькое. Я хочу уже на Мишке полетать. Каком Мишке? На Ми-24, по-моему, она есть. Да. А там что, финал, что ли, ограбление нам доступно? Какой финал ограбления? Блять, мы прошли только 3, там их штук 15, наверное. 15? Да их там просто дохуя, я сейчас еще с обновлением куча столько же выйти. Не, он имел в виду это. Подготовка к ограблению мы закончили. Ой, блять! Да вы все мне разговариваете про свою GTA, блин, говорить больше не о чем. Сам начал такой, да пошел ты вообще. Так что ты говорил? Я говорю это. Мы подготовку к ограблению прошли, у нас сейчас будет финальная стадия ограбления. Мы финальную не могли пройти, мы все подготовки пройдены. Это по ограблению Рожковского, это было финальное ограбление само. Блять, ну это пиздец, вы издеваетесь надо мной. Охуенный ход просто. Мало кто знает, что в 2012 году Щербин стоял на площади и показывал всем писю. Ну, пытаюсь попасть в команду. В 2012? Это было в 2012. Ну, вообще-то в 2011 туда уже. Слушай, падла!
Ага. Ага. Вот шприц тебе в жопу это засуну сейчас. Дай жвачку. Дай жвачку? Ну блин, почему ты-то здесь? Потому что ты пидор. Now, the writings are on the wall. Да что ты вспомнил всю эту хуйню? Случайно. Ну не надо. Нет! Что будет? А ты в курсе вообще, кто группу Prodigy основал? Ну, кто самый главный? Флинт? Нет. Кто? И не Максим Реалити, который негр. Мультиинструменталист, который там все время за синтезатором стоит. Он всю музыку пишет. Всем привет, с вами Максим, Максим Реалити. И сегодня мы YouTube. Парень уже и тот. Нет, в смысле, это было с самого начала. То ли дело 97... Так я знаю. То ли дело 97-й Smack My Bitch Up. Нихуя себе, пап... Нихуя себе! Ты видел, что я сейчас озвучил? Я сказал Smack My Bitch Up. Ребят, сделайте ремикс на этот сейчас. Я сказал Smack My Bitch Up и дзззз, хуякнул. Прикольно, да, получилось вообще? Smack My Bitch Up. А чё ты меня угандошь? А, Чермин был. А чё Илья выигрывает? Да, давайте его сейчас зажмём, коробу. Сейчас ничего не выйдет. Сейчас у Щербина будет мега ход. Короче, я сразу озвучу. Смотрите, ребят, сейчас по 10-бальной шкале Щербинин сходит. Давайте в раз тишину до его хода. Просто шедевр. Давайте увидим это. Все, тихо. Тихо, тихо, тихо. Блин! Так, робот такой, так. Я молчал. Да. Ну, что-нибудь интереснее, ёбнешь. Ну, блин, что интереснее, базуки, если только. Ветер куда дует? Никуда, нахуй. Magic people, voodoo people, пу-пу-пу-пу-пу. Нихуя ты. Неплохо, да? А чё мы Щербина уничтожаем, если нужно Илью, кстати? Вот мне тоже интересно, только что сказал 10 раз. Я просто не лезешь тебе под руку, ты спрятал своих червей куда-то? Я их вообще не трогал. Ага, блин. Блять, вот в кого мне стрелять, кроме этого 77-го? 77-го. 71-й. Ой, да. Слепой, блять. Ага, пробью. Что это было только что, блядь? НЕТ! Просто, зафига ты просто... Так он поскользнулся, я ж просто прыгнул. Дио, я ж танцую. Там ты прикол, что он соскользнул. Да пошли вы. Я червяков своих теряю, просто вот... Я вам просто подыгрываю. Ага. Вообще. Я так решил. Сейчас Щербин меня попадет, смотрите. Итак, лучший стрелок в мире. Попадет. Ну, блин. Он попал туда, где был Щербин в тот раз. Фантом остался просто у него. Фантом остался. Помасломался? Да, почему? Да, сломался у меня. Купил за контров, думал эко-раунд сделать, а что-то сломался, блядь. Даже... In a wild frontier! Of a beat-ass track! Идеальный шлот. На нахуй! Вы хотите сделать горку здесь просто? Я не понимаю. Да мы уже скатились там по ней. Скатился? Скатился. Да. Так чё, у кого формат сломался, я не понял. Тебя. Бракованный попался. Джим ебаный. Чё? Вот пиздит что-то. Давай. Жги, брат. Ну пох. Блять, нахуя это ты сделал? Озвучил. Сейчас 5 хп потеряю. Ой, бля. Ну все, короче, я продал этот раунд. Кажется, я же сказал сразу, кто выиграет. Ты че вообще? И ставим фот. Ты че вообще? Там написано. И что ты за фот? Нихуя. А какого хуя? Камина. Так а там еще... Да не взорвется. Но все равно это был пиздец. Подождите, а под водой можно ракету пустить? Нет. По-моему, да. Ну попробуй. Ты пробовал? Да. Просто я не помню, что ты пробовал. А чё меня-то? Педик. Ну видишь, я тебя пожалел. Сейчас вытекет, вытекет, смотри. Не вытекет он. Оп-оп-оп-оп, ты сейчас вытекет, смотри. Я стекаюсь. Вытечет, точнее. Вот это я понимаю ход. Скатился. Мы так, кто еще? Скатился червей. Давно скатился? Ну блин, недавно. Не должен мы будем смотреть, нет? Да мина взорвалась, потому что еще лишнее. Правда, какого хера, ну непонятно. Так. Илюша сейчас шлюшу покажет. Это будет очень опасный ход, я сразу предупреждаю. Давай, давай, давай. Сейчас так не получится. Да получится, что ты пиздишь? А вот так может быть еще получится. А вот так вот. Охуенный ход. Дурак, я думал, ты пульнешь в этого 165, который... Не, я хотел 95. А, 165, бля, можно было и туда. Но у него 165, там слишком много было, еб твою. Щербин, выноси Щербин, Илья. Отстань от меня, швайны! Вон, 217 у него, видишь? Пошел ты! Куда я ты? Сделаю благородное судоку. Че? Зачем? Они, блядь, сука, всю серию говорят, что начнут меня выносить. Так да, я не понял, что это Щербин сейчас. Судоку! Ёбался? Ох, нифига, ебать, подлетел.
Да. Еще дополнительный дамач. Угу. All I do is damage. Ну, о, почти подожди, у Щербина один потратился. Ноу. Ну блин. Бля, интересный расклад получается. Мазерфакер. Добей меня, фискер. Сука. Так, я полетел. Блин, думал, мы реально не успеем на один воздух разобраться, но что-то разгнались. Ну что это было за хвост? Еще раз юзать. Просто гениально было. Придется по второму кругу. Давай, дубль 2. Вылетаем! Нихуя себе загнался. Так, ну что, Илья, прости. Да я никуда не улечу. Думаешь, я отсюда сейчас улечу куда-то? А ты думаешь, нет? Ты, блядь, ты в меня не веришь, значит. Я никуда не улечу сейчас. Уверен, нахуй? Ну, в смысле, я не упаду оттуда. Вот так вот, нахуй. Я же с кого улетишь? Я вон упал. Куда? Куда упал ты? Доктор Пеппер. Любимая писюлька осталась. На, стоп, Илья. Дайте последний ход сделаю, и потом и все, пожалуйста. Нет. Мы сейчас с Ильей будем разбираться. Нет! Фух, мне повезло. Дурачок, ты там зацепился, за что у меня вопрос? Там, на лбу. Red Bull? Ой, дурачок. Эти Rocket Jump сегодня уже реально затрахали. Дурачок. Короче, я продую, сейчас Булкин по-любому выиграет уже. Нет, не факт. Ну ты два червяка въехал. Фак, не фак. Попадешь? Что, я там утону нахер. В десятку попадешь? Не. Десятку. А может попадешь? Да, не. Ну, кстати, не, кстати, в десятку можно с таким ветром попасть. Чего ты летишь? Раздувает меня. Надуло. Не дадул. Тулула, тулула. Ооо, Щербин. Я могу как начать, так и закончить. Ладно. Да, Щербин, нехватку у тебя что-то. Он тебя наверх поднял. Ну да, Щербин сейчас утонет. Нахера ты встал в воду? Да, нормально. Не, он не в воде. Но он не тонет. Так. Никого не тонет. Ребят, ну что я могу сказать в этой ситуации? Давай попробуй 129-го. Выход один, док. Выход один. На лаву сейчас посядем. Лаву? На лаву подсядешь? Это да. Новый вид наркотик, что ли? Конечно. Из Майнкрафта. Ну все. Это конец. Пока, брат. Долбоёб, не попадёшь. Ну, ты меня не оцениваешь, недооцениваешь. Не оцениваешь. Вот это. О, смотри, как это радует. Вообще, да. Я тоже хотел обратить на это внимание. Сейчас Щербин выиграет, мы сейчас с тобой в итоге увлечемся друг другу. Какая мина? Я, блядь, оружие выбирал, какого хера? Кто её там видел? Кто её там видел, скажите мне? Я видел в самом начале, когда ты сказал, пидор. Что? Помните, Булгин в одной серии Майнкрафта был такой? Да, вот уже не тот. Что? Уже там. Так, попутай. А с нами еще Тёма играл, помнишь? Какой Тёма? Это был этот. Тот самый. Дядя Дрон был. Ну, в смысле, да. Ох, так, что у нас тут по ситуации? Надо смотреть по ситуации. Сейчас Щербин выиграет, заебал. Ты всегда реально, он с одним червяком сейчас всех потихонечку пиздит, аккуратно. Что, ты сюрприз хочешь ёбнуть? Он, кстати, ёбнется? Привет, хочешь меня? Ну, должен. Ну, я... Ну, бля, ты себе, ну нахуя так делать? Мог же... Ну, ты же можешь вытащить еще. Ну, ты дурак. Погоди, 5 секунд. Братан. Сам говорит, что нельзя стрелять через воду. Да, нормально. Вытекло все нахуй. Сейчас ты рванется. Да, он не рванет, он шприцин. Шприцин? 10 хп? Ты ёбу дал. Ну, ты заболел теперь. Ну и нахуй мне болеть-то. Хотя ты вроде белый. Хоть черный. Расист. Я, конечно, не расист, да. Расист. Это какая-то, видел меня в Твиттере про Украину? Ну, про игру agar.io. Так, что у нас в Украине? Чермин, видел? Да, я знаю эту игру. Вот. Нет, ты видел видос у меня в Твиттере? А, видел. Вот. Какой видос? Да я там хуярил. На даче. Хуячек. Ну все, один главный вопрос. Серёженька! Иди сюда, детка. Стёпа, вообще-то. Да я, блядь, забыл просто, как его зовут. Вот тебе. Стёпа, а можно я тебя один раз засуну? Я просто недавно пересматривал все эти пупы мультипрограммы. Ой, я так рвался просто, ты бы знал. Было время, было. Да и сейчас можно пересмотреть. Сейчас уже не торт. Серёженька! Стёпненька, я тебе так сейчас вот засуну, так прям не так понравилось вчера. Что делаешь, блядь? Изверг нахуй, о!
КП. Излет нахуй, блядь. КП. Ну ты заебал летать тоже. Серёженька. Тёпочка. Не трогай меня, дай еще один ход пожить, пожалуйста, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот у меня 12 лет, у меня уже было, что мне делать? Серёженька. Стёпонька. Не трогай, батюшка. Нет. Нет, батюшка. Улетай отсюда, нахуй. Улетай, улетай, словно птица. На самом деле, кстати, шутки шутками, я хотел в синему попасть. Серьезно. Шутками, блядь. Так, один, один, два. Я отвечу на любой ваш вопрос. Сос. Стоп, подожди, Щербин жив. Серьезно? Где у тебя еще один червак? Вот он, который тот все еще живет. Ты же говорил, хотел в синего попасть, ты дурак? Подожди. А-а-а! Того! Блять, так я. Я булку вынес! Да! Путаюсь в цветах сегодня, дальтоник. Не надо. Попадешь? Блин, ну ты дурак, блядь! На ветер хоть посмотрел, в могилы и свои кидается. Дебил, блядь! Ты хотел сражаться с ним, он сражайся, у тебя даже. У тебя КП даже больше! А-а-а, блядь! Больше подобрал! Слышь, ты бык! Ты чё делаешь? Сегодня вечерком. Ты чё вообще? Да, кстати. Что делать сегодня вечерком? Так. Ну не надо, ладно. Там 8. Профессор, КП. Профессор, не надо! Ого, Тебе понравилось? Понравилось, профессор? Алло, 228. Копируйся. Ариэль, чё копай? 228, мусор выносим. Смешно. Шутки за 840. Ой, ровно 45 хипе. Кажется, у меня. Я. Вот кто выиграет, как думаете? По одному червяку, по разному хп. Черваку. Бля, не знаю, у тебя два раза хп больше. Но. Это сейчас не так сильно решает. And you, your word. Может, Щербин, покончим с ним? Не-не, Илья, ты давай. Пульт я делал там. Не надо! Сдуй его, да, сдуй. Ты подумай, там 180 и 4. Что тебе 4 сделать против 180? Куда полетел-то? Да блин, у меня там кончилось, я боялся. Дуряк, что ли? Дуряк. Ты как развернулся спиной? Да ёбану в рот, заебали. Как ты спиной к экрану развернулся? Подожди, реально, как ты это сделал? Он еще и хп подбирает, посмотрите-ка на эту шмаль. Чё ты вообще шмаль? Братан, подумай, не надо через меня стрелять. Опять полетел. Бля, как ты попал тут уже? Блядь, мне кажется, будет очень хуёв, потому что уже... Как бы, блядь. Быстрее, блядь. Не надо, брат. Да ёбать! Я нечаянно нажал. Я нечаянно два раза нажал, когда выбирал оружие. Ты этого хп подбирал? Да, а чё я умер-то? Да неестественно. Блин, сейчас смех смехом капли в меня попало прям. У меня есть, Илья, предложение. Да пошел ты в жопу. Я не дум твои, блядь, предложение. Подожди, давай сейчас смотри, встанем вот, я встану, смотри. Я не буду никуда вставать, хуяч, на даче. Давай вот отсюда бананами только. Вот прям не двигаемся с места. Какими бананами? Да, блядь, Булкин. Давай. Ладно. Сейчас его убьет, смотри, убьет. Сейчас он сразу меня и убьет, блядь, умный хрен. Инфаркт. Инфаркт, конечно, инфаркт. Нет. Видишь, весело получится, давай хуярь, бананом. Чё? Только из воды вылези. Спасибо, Кэп. Сделал, блядь, мне даже одолжение. Серпин, ты как думаешь, ставка куда идет? Ставка идет ваше очко уходит в зрительский зал. Не попадешь. Да, конечно, не попаду, в том ты и прикол. Ты куда прицелишься, ты еблан? Сейчас тебя убьют еще. Бык. Пойду к я в воду. Сверху. Хотя нахуй я в воду пошел. Дурак, блядь. Еще и утонул. Так, а перемещаться-то можно? Чё делать? Перемещаться нельзя же, да? Я не буду. Ну я тоже. Я только здесь. Смотри, а почему у меня красная? Потому что стенка на стенке. НЕТ! Сама твоя идея была, Санёк. Полетел. Вот видишь, блядь. Ты сейчас еще жив останешься, кстати. Сколько хп-то? Да там мало. Так еще издалека, знаешь, отошел так, блядь, от комнаты от своей. Да так мало. Своей! Блять, и как я отсюда должен в тебя попадать вообще? Так сверху, бля! Да я понял! Просто я не хочу сверху. Так нужно там... сверху, бля! Вы не хотите сверху? Вот давайте сверху. Оу, полетел! Нет! Нахуй иди! Ой, ты что, дурак? Не кажется ли это идеальное попадание сейчас было ты вообще? Нет, просто? Пожалуйста, ты охуел! Все, ты плох. Подожди, нет, дебил! А что он мне показывает? Все. Вот это было реально прикольно. Идеально прям. Я спасибо, парни. Да я же говорил, я победю. Ты не победил. Ну, спасибо за просмотр, ставьте пока. Пальцы. Пока. Пока.